Вопрос. Версионность Web API. Какие способы вы знаете? Какой из них предпочтителен для вас и почему? Отвечаю. Версионность Web API позволяет в одной сети, в одной инфраструктуре, в одной архитектуре иметь несколько версий одного и того же метода. В частности, мы говорим про Web API, значит, одного метода Web API может иметься несколько версий вызова. То есть, когда в микросервисной архитектуре созревает необходимость сделать какую-то новую обновленную версию какого-то метода, то выпускается, соответственно, новая, а старые сервисы, которые не переведены еще на новый, продолжают работать со старой версией. Какие способы вы знаете? Чаще всего используется роутинг, так называемый, когда в тело запроса вставляется версия. Второй вариант, когда используется хедер, ну то есть в заголовке запроса передается версия. Какой из них предпочтителен для вас и почему? Я предпочитаю использовать роутинг, то есть когда в тело запроса, то есть в URL, вшит непосредственно сама версия. Почему? В связи с тем, что прям в route, в URL прописан версия, это легко отследить по системам тестирования, по системам логирования, а также отчетности и всяким роутам. Более того, когда я то четко вижу, что написано в роуте, какая версия, я могу со стопроцентной гарантией попасть как разработчик в нужное мне место в ходе программы, чтобы определиться, в чем была проблема или что нужно поправить.